первое купе, никого нет. Куда все делись? А вот, где-то там ходят. Вы нас простите за причиненное неудобство. Ну, пока свет не выключат, будем, наверное, хулиганить. Может, еще дольше, да? Я помню, да. Привет. И вот для летописи, Саша, ну... Мы уже теряем бойцов, уже минус один. Люди говорят о том, что у нас слишком мало домиков, на самом деле мы выкидываем их на каждой станции. Но это не так, не верьте, домиков хватит на всех. Здесь уже... Ну, напряженная обстановка уже. Валя, чувствую, да, чтобы никого не выбросили. Мы уже гадаем, кто же следующий. На самом деле мы уже готовим... Мы уже готовим сыграть в убийцу, и у меня уже есть... Где топор? Я тебе давал, Саша. Ее нет. Я выкинул вместе с Борей, я выкинул распечатку. Во-во-во. А вы меня? Мы начинаем играть в убийцу, поехали. Мы начинаем сейчас... Да, я поснимаю немножко и потом... Вот этого Лёша ждал этого момента всю свою жизнь. Потанцевать в плацкартном поезде. Лёша, покажи хоть с кем танцуешь. Поверни партнёршу так красиво. Камбре, давай, Лёша. Лена, держись. А чё так тихо музыка? Сказал Саша во втором часу ночи. Саша, побойся бога. Соседи уже точат ножи. Они очень удобно ездят. Да, похоже на то. У тебя хорошие люди. Да, давай. Раздавай. Ну, ты справишься. Привет. 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 Блин, скажи, без Бори же так классно, да? У него стаканы остались. Как классно. У него стаканы остались? Бори, ты козел, мы тебя не любим. Ну все остальное-то у нас. До встречи, бразуки. Даша, вот такие вот коварные зукеры. Видишь, людей на вокзалах оставляют. Ты смотри, бойся. Ладно, ты только в коридорах снимаешь? Нет. Вот здесь люди сидят у нас еще. Да. Еще пока сидим. Пока еще сидим. Пока еще все живы и здоровы. Да? Да, извините, пожалуйста. Все бодры, трезвы. Да, мы, заметьте, мы веселимся на трезвую голову. Ну, это отлично. Мы просто ищем самое веселое купе и не можем его пока найти. Да, везде весело. Точнее, я ищу, и пока не выделили. Ну вот эта команда мне нужна. Вы пьете сок. Я знаю. Кирюша пьет сок. Вы знаете, что мы потеряли одного бойца? Которого не пускали, да? Не получилось? Не получилось. И вы знаете, что у нас в дороге новые правила убийцы? Мы по дороге выкидываем из поезда людей. А что, он догонит вас потом-то? Да, уже догоняет. Боря. Там паспортные данные. Я даже не знаю, кто такой Боря. Ну, будет повод познакомиться. И я не знаю, кто такой лес, в котором я сплю. Я вот все пытаюсь кого-нибудь узнать. Такой лес, я думаю, так ты приходишь, там лежит машина. Гайз. А вот и Любаша присоединилась к нам. Нижний с нами, значит, все нормально. Все, и остальные купе уже пустые. Опустили. Где-то около 2 часов ночи, никто не спит. Я боюсь, не скоро еще заснет.